Всем привет, друзья! Наконец наступил день, когда я могу снять это видео. Это видео ежегодное. Каждый год я снимаю свою птичью комнату, как она изменилась, какой поменялся видовой состав птиц, что-то менялось в расположении клеток и так далее. Многие просили. Вот, наконец, этот день наступил. 23 апреля 2019 год. Снимаю на камеру GoPro. Поэтому качество будет хорошее, будет все видно. Здесь в коридоре стоят мои аквариумы. Это аквариум 126 литров. И стойка на 4 аквариума по 53 литра. Здесь креветки. Креветки кардинал, вишня, рилли, рыбки, тернеции, пицилии красные. Есть сивили, анцитрусы, растений много. В общем, об этом моем хобби вы можете узнать на втором моем канале. Ссылка будет в описании и в конце видео. Это моя птичья комната. Здесь довольно много клеток. Начнем по порядку. В этом стеллаже щеглы, самец майер, самка наша местная. Вчера я поставил гнезда, им дал стройматериал почти всем. Это парочка местных щеглов. Здесь два самца щегла и две самки гибриды. Гибриды щегла и канарейки. Этих гибридов самок я дарю. Кому надо, интересно, смотрите предыдущее видео. Там я описал условия. Здесь парочка наших местных щеглов. Здесь спокойненькая славка-черноголовка. Она немножко ожирела. Будем сокращать ей объем питания. Самец очень спокойный, не боится. Здесь парочка щеглов местных, но немного боязливые. Посмотрим, получится ли с разведением. В этом стеллаже у меня пара щеглов белобородых, самец и самочка. Они проявляют интерес к гнездовому материалу. Щеглы майеры крупные. Здесь местные щеглы, пара. Интересное поведение у местных щеглов. На потолок клетки любят закидывать, забрасываются. Здесь тоже местные щеглы, пара. Большинство пар, я видел, сложились. Они трутся клювами. Проявляли интерес к гнездовому материалу. Здесь стеллаж у меня волчьи снасти лежат, клеточки запасные, разные приспособления для кормления, кормушки, поилки, витамины, минеральные смеси. Вот моя канареечка, красный сатинет. Ей я не нашел соответствующего кеннера. Посадил с красно-черным. Краснодеревый кеннер наш местный. Надеюсь, получится что-нибудь интересное у них в приплоде. Этот стеллаж рассчитан на 5 клеток. Но 5 клеток я решил в этом году не ставить. Часть клеток поставил на окно. Здесь разные приспособления. Витамины, минералы. Барс, которым я пользуюсь от пухоедов, пироедов. Вверху две пары канареек зеленых. Одна парочка сложилась, они сели на гнездо. Самочка сидит на гнезде. А эта пара не сложилась, дерутся вовсю. Бывает такое у канареек, не повезло. Наверное, посажу с щеглом, со свободным. А кеннера, может, посажу с мексиканской чечевицей. Здесь у меня сидит самочка мексиканской чечевицы на окне.
Здесь сидит самка сатинет красный мозаик. Это гибрид коноплянки и канарейки. Годовалый. Он на продаже сидит, поэтому в маленькой клеточке, чтобы распивался. Этот стеллаж с чечевицами. Здесь самец обыкновенной чечевицы. Ловил я его в прошлом году в птенцовом оперении. Он молоденький. Вот покрасил его. Для тех, кто говорит, что чечевицы на первом году не набирают цвет, набрал цвет хороший, но недостаточно ярко выраженный. Я сильно его не красил, дозировку снижал. Здесь самочка мексиканской чечевицы. Надеюсь, у них получится интересный гибрид. Здесь пара щеглов. Щегол Майер и самочка с черным пигментом. У нее масочка очень черная. Здесь мои любимцы красношапочные вьюрки. Три пары. Как освободятся клетки, я посажу их тоже вместе с гнездом. Буду пробовать разведение. Здесь щеглы. Самец и самка. Парочка сложилась. Вон они трутся клювами. Вот вижу, самочке надо подстричь клюв, пока они не сели на гнездо. Здесь пара самец Майер крупненький белобородый щегол. Самка выведена в неволе. Здесь пара красношапочных вьюрков сидит. Радует меня утром песнями. Этот стеллаж состоит из клеток, которые я соединил две клетки в одну. Получилось 52 сантиметра длина. Верхний ярус занят клестами. Парочка клестов. Клесты еловики. Самец с мутацией. У него белая шея, такая как ошейник. Сзади белые перья. За два года он у меня дважды линял. Это все сохраняется. Вот может сейчас видно. Гнезда стоят. Но интереса к гнездам вообще нету. К сожалению. Здесь парочка белобородых щеглов. Точнее, у самки белый коготь, а самец с маленькой бородкой. Пара сложилась. Они вчера проявляли интерес к гнездовому материалу. Таскали вату. В этой части клетки сидит тоже пара интересная. У самки белые когти, белый лоб, белая бородка. А у самца белая бородка и белое крыло, точнее белое перо в крыле. Но они залиняли, когда они ко мне приехали, они уже были в линьке. К сожалению, в этот сезон они вряд ли пойдут. Ну и здесь мои синички. Здесь самка обыкновенная, самец с мутацией и самочка выкормыш. Пока я их посадил так. Самец больше проявляет интерес к обычной самке, которая сидит с той стороны. Видимо, эту самочку маленькую я уберу в отдельную клетку и оставлю синицам большую клетку. Самочка хорошая, ручная. Дети мои любят ее очень. Будет у нас жить в другой комнате, значит. Вот такая у меня комната. Сезон, можно сказать, уже начат. Канарейки уже сели. Вот-вот вылупятся щеглы и таскают стройматериал. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, на этот, на канал Аквариумистики. Ссылка будет в описании. Всем пока. До новых встреч.